дорогие друзья, уважаемые наши спортсмены, тренерский штаб, спонсоры, есть добрая традиция чествовать наши ведущие команды республики вот здесь, в Казанском Кремле. И, конечно же, команда «Динамо Казань» в этом году достигла огромных результатов, результаты, которые есть, и Кубок России, и чемпионы России. Конечно же, это огромные достижения для нашей республики, для нашей столицы. Мы говорим о себе, о спортивной столице Российской Федерации. И, наверное, вот это новое направление, новый вид спорта, который сегодня в России вы задаете тон, благодаря вот вашей работе. Ну, тренерский штаб обязательно, обязательно спонсоры, обязательно люди, которые поддерживают волейбол. У нас волейбол очень популярен, порядка 42 тысяч человек сегодня занимается волейболом. Я думаю, что после ваших успехов количество их кратно увеличится, я в этом не сомневаюсь. Мне очень приятно вот здесь поблагодарить всех вас за ту самоотдачу, которая есть у вас. Мы понимаем, что каждая победа, она дается с боем. И сегодня вы под пристальным вниманием, ваши конкуренты тоже не спят. И чтобы сохранить те позиции, которые мы получили, конечно, мы должны работать еще активнее и вкладывать еще больше в волейбол, который вы представляете. Вот сегодня так получилось, что вчера мы чествовали нашего товарища, друга, который очень любит волейбол, Асхат Ачмич Сафаров. Вот давайте мы его еще раз аплодисментами. Да. Ему большое спасибо, потому что он всегда с вами, значит, всегда найдет и нужное слово, найдет и форму, как отметить те моменты, которые очень важны для того, чтобы наши спортивные команды были успешны. Вам должно быть комфортно, хорошо, и мы создадим все условия, чтобы ваши успехи и дальше прославляли не только наши республики, не только нашу столицу, но и вы являетесь яркими представителями российского спорта. Вам отдельное спасибо, Бекзур Рахмат, большое спасибо вам. Но добрая традиция, она должна сопровождаться награждениями. Если вы позволите, я перейду к приятной миссии. За достижение высоких результатов автономной некоммерческой организации «Женский волейбольный клуб «Динамо Казань», завоевавший титул чемпионов России сезона 2010-2011 годов, медалью Республики Татарстан за доблестный труд награждены. Наш сезон уже начался, и начался он с положительных нот. Две игры мы выиграли и попали в финал Кубка России. Надеюсь, в дальнейшем мы будем стараться поддерживать этот статус положительных эмоций. Ну, в этом сезоне у нас прибавилась еще одна задача – это Лига чемпионов. Естественно, это будет непросто, но мы будем стараться делать все возможное для победы.